Сегодня в доме Екатерины Михайловны Малибошко огромное количество гостей. Поздравить со столетним юбилеем женщину поспешили не только близкие, но и коллеги, друзья, учащиеся 15-й школы. Таких долгожителей ленинцев сегодня всего трое, и каждый из них важен, ценен и очень дорог. Мы очень вами гордимся. Мы знаем, что в своей жизни вы и в годы Великой Отечественной войны отдавали свои силы за свободу нашей Родины, за свободу нашей трещины. И потом вы трудились, чтобы были учителем, замечательным учителем, которому благодарны многие ученики, которого любят в школе. Судьба Екатерины Михайловны Малибошко – это целая эпоха. Многое перечеркнула Великая Отечественная война, которая заставила совсем еще юную Катю пойти в партизанский отряд и защищать Родину с оружием в руках. Дальше была учеба, замужество, рождение дорогих и любимых детей. Всегда, несмотря на различные трудности, Екатерина Михайловна старалась выглядеть красиво. Ей никогда ее возраст не давали. Всегда, даже тут на набережной гуляли еще несколько лет назад, всегда ее моложе. Лет на 15-10 точно. Внешняя красота – яркое отражение крепкого здоровья, которое Екатерина Михайловна поддерживает физической активностью. Секрет долголетия ветерана – в движении. Несмотря на возраст, ежедневно с дочерью она гуляет по несколько часов. Пройтись обязательно надо, обязательно. А если ты будешь сидеть дома, лежать только дома, то этим ты сокращаешь свою жизнь. Вот. А чтоб побольше жить, надо двигаться. Погулять с легендарной бабушкой любит вся многочисленная семья. У Екатерины Михайловны двое детей, четверо внуков и четверо правнуков. Не все одноклассники могут похвастаться. Я прихожу к ней в гости и вот общаюсь с ней, помогаю. Еще одним важным достижением своей жизни Екатерина Михайловна Малибошко считает любимую работу. Многие годы она посвятила преподаванию математики в старших классах. В родной 15-й школе женщину часто вспоминают как грамотного наставника. Ее портрет размещен в школьном музее. Педагоги гордятся, что учреждение есть такие ветераны. В нашей школе долгие годы трудилась, работала учителем математики Екатерина Михайловна Малибошко, которая отмечает сегодня столетний юбилей. Кроме того, не как учителя математики, а еще и как ветерана Великой Отечественной войны. Мы помним ее рассказы и ее труд уже в мирное время. Очень гордимся, что такой человек работал в нашей школе. И в память об этом вот мы всегда рассказываем посетителям нашего музея. Желаем ей, конечно, счастья, здоровья и еще многих лет жизни. Математика, которую вы преподавали, сложный предмет? Конечно. Для каждого дается хорошо математика. Ну, ты любила свою работу? Да. Любила. А как же? Не любить работу и работать. Любить жизнь, любить окружающих людей, любить дело, которым занимаешься – это постулаты жизни Екатерины Михайловны Малибошко. А большая жизнь в окружении родных и близких – подтверждение того, что именно любовь дает возможность человеку счастливо прожить век и оставаться молодой душой и сердцем.